Друзья, перед началом этого видео хочу вам порекомендовать канал, который целиком и полностью посвящен вашим любимым видеоиграм – Храп Видео Геймс. Тут вам и новости игровой индустрии, и летсплеи под ламповые разговорчики, и нарезочки найдутся для тех, кто любит быстро и все сразу. А сейчас на канале еще и розыгрыш проходит, в котором любой из вас может принять участие и выиграть Cyberpunk 2077. Кстати, я в него тоже буду залипать. Условия розыгрыша максимально просты, и подробнее можешь узнать, посмотрев видео по ссылке в описании. Там же найдете и ссылку на канал. Рекомендую. Я про книжку забыл. А я сюда, наверх. Самый. А вот здесь лицо. Окей. Я понял вас. До свидания. Ну, вообще, я могу вот сюда пойти. Я вниз. Со Свеном делись. Я вниз пойду. Делись со вот Свеном. Сюда. Я вот сюда пойду. Да ёпна. Мне, в принципе, нравится тут. Вот я. На подоле есть шансы, ребят? Вот, если бы вы сейчас толпой пошли бы вот сюда убить эту фигню, было бы чудесно. Какую? Башню. Башня очень много дает. А что она дает? Кто-нибудь. Она пассивную голду. Яш, а возьми тоже, блин. Ну ладно. Чё? Ладно, дровка с медузы там попозже зайдите, у вас как скорость атаки появится нормальная. А? Как же они быстро регенятся. Плюс 3 хп регенерации в секунду у крипов таких. Это нормально вообще, нет? Могу. Хватит это терпеть. Надо. Там они поначалу будут быстро фармиться, у них магии много вначале. Потом тяжко будет, по идее. Ну, не знаю, у нас тоже маг. Один. У тебя дохи не забьет. Не, вообще я надеюсь посмотреть, как работает, короче, этот сифон на мишек. Сифон фильтр? Угу. Понимаю. Сифон и борода. Короче, я торгую, у меня ничего нет. Давайте без ста загрузим сначала. Яш, ты без ничего вообще. Ничего нет, я танкую, говорю. Бей их пока нет, нет. Их показать, бей. А у нас и бить-то особо некому. Да? Мы в разнобой как-то пошли. У них магии много мешает. Ничего страшного. Я думаю, это терпимо, в принципе. Такая небольшая просадочка с началем. С началем. Вот было сначала, а потом перестало быть. Было сначала в начале, а потом сначала. Сначала. Мы тут сначала как могли. А теперь соло дуэль, да? Ну, а еще и меня кидают. Ништяк. Бей. Тупо гаси. Не, я его не задушу, он просто этим плюется сильно. Последнюю! 17 хп осталось у него, жука. Хотя он не жук. Срывайпит. Да. Ну, в смысле, негодяем. Гнилой. Гнилой. Тоже пойдет. Бля, вот такую штучку я хочу поднять. Мне фласка выпала. Тупо лайк и босс. Да ты везунчик. Слушай, а в четвером, может, и не будет лагать сильно. Посмотрим. То курьера слил. Вопрос, кто и как? Воркич. А вот как это вопрос? А часов медасы кто-то еще стакает, кроме меня? Ну, у меня их уже 3. Неплохо. Чес медас. Ой, не чес медас, кулов медас. Они сильно стакаются? По 10 голды за каждого крипа дается.
Угу. Поначалу это так прикольно на самом деле. Звучит заманчиво. Да, разгоняться тут, конечно, такое муторное дело, но в итоге становится очень даже круто. Мой там шмотка, ботинки, агилити. Ой, интересно, этот апается тут? Нулики всякие. Не, нулики не апаются. Нет. А я второй левел сегодня получил вообще. Ты на ком? На своем. А можно не меня бросать, пожалуйста, на дуэли? Нет, тебя надо бросать именно. О, нифига, по сути, статус. Нифига себе, блин. Чуть-чуть не хватило. Ладно, ладно. Слушай, а урон такой нормальный будет вылетать от этой фигни. Баб уже пятый. Ну, я уверен, у них там кто-то меня по-любому перефармливает. Потому что я, в принципе, особо вперед не вырываюсь. Ой, ваш маг резист, что ли, такой большой? Сопротивление магии 19%. Или... А, я просто мало урона еще этой фигней не наношу. Где мой шестой поскорее, блин? Где мой третий, блин? Зачем он третий, шестый? А че медвежатницу никто не формирует? Так, я снова вылетел, да? Нет? Да. Я попозже, вот как шестой взять и пару шмот, какой-то медведи поменять. Ой, а вот так вы больно делаете, слушайте, парни. Так вот не надо. Все, я думаю, 6 штук, 5 штук хватит медасиков. Да, командная дуэль. Сейчас командная будет? Обидно. Да. Блин, чуть-чуть не апнулся. Да. У меня тоже чуть-чуть. Фига там медузка 8. Мерзай, иди вперед. Как качаетесь вы так быстро? Давайте, я мясо. Ебать, там бьет. Ну нет, я пока еще не готов танком быть. Мы всех, все разных бьем. Я еще и дуэлю с вивером, прикольно. А он меня положит, я понял. Пацаны, разгоняйтесь поскорее. Что я себе купил? Ага, книжечку. Талант есть какой-нибудь на... Угу, таланта нету. Убистал же почти огонем. Ну топоры, кстати, классная тема, но топоры стакать надо. Ну да, они типа не шибко сильные идут. Да. Поначалу, да, бустится сильно, а потом медленно. Это Варкич. Что такое? Еще раз потерял курьером. Что-то у него никак не сложится все. Так, пожалуй, пора в Октарин выходить. Не-не-не, не надо, не души меня, не души.
Рошанчики не фига. Ой-ой-ой. А, меня ТПшного. Твою мышь, господи, как я пугаюсь от этого. Ребят, помогите, кто тут рядом? Давайте задушим. Четко добьем. Ты с ней справишься? С кем? С вышкой? Нет, конечно. Не, с этими тракончиками. Такс. Солдучи здесь. Ну, я пошел попробую ее пробить. Да, и надо, чтобы снизу кто-то тоже убил. Блин, а где тут? Убили? Общая? Не-не, сова. А, вкус. Я сейчас сгорю! Нафига я отходил? Так, ну так. Теперь хоть попить можно тут. Не, с этим я еще не готов траться. Я фуловый. Ты на низ... А, ладно. Я на низ вернусь, я там уже расформился кемпы немного. Ох, чувствую, мне тяжко скоро будет. Скорость нужна, блин. Скорость чего? Бегом. Так, дровка это наша, да? Шмотки, которые падают, исчезают, да, потом? Да, со временем. Да. Ой-ой-ой-ой. С чем? С кем? С Веном. А что с ним? А, ничего, ну собирай, да. Криты, кирасу, сатаник, такое всякое. Ты с агонимом уже? Кто? Кто ты? Нет. Ты так чисто подушить их немножечко. У меня Dragonlance есть второй. Ну, Dragonlance там много не дает на самом деле. Типа, какой-никакой сплэш есть. Он медузе нифига не дает. Не, я в любом случае Dragonlance собирать буду. Ну да, вы видели дальность атаки нужна, да. Да ну нафиг, у меня ничего нет. Банально буду стоять, и только нас стреливать и все. Опять с ливером, слышишь? Да. Что это незаконно? Жай. А, мне, короче, одними актриничками надо будет. О. Да ёх, не мило. А, Свен у нас, короче, вообще никакой, да? Ой, это он без табла требовал. Конечно, никакой, я вообще не понимаю, какой там, блядь, фармит. Не. Пока не никак. Пока. Свен, давай выфармливай быстрее. А как вы так левела выфармливаете? Я стою тут по одному крипу бью. Так надо переходить просто. На других крипов. А я одну кучку бью. Не, ну ты вот на этих крипах ты далеко не уйдешь. Тебе надо на других крипов уже переходить как-то. Так я этих не могу еще убить. Что-то ты определенно делаешь не так. Не знаю, я второй раз играю в этот автомат. Я третий. О, какие вкусные крепочки пошли. Паш, будешь пить? Да, сейчас зайду, погоди. Очень жду. Сейчас я подсобираю шмоток. Нафига ты там наэкономил, 6 штук целых взял. Да, экономика наша все. А там босс на ничку здесь хотела. Ой, еще кого-то по XP опережали, нифига себе. Я никого не опережаю. А какой у тебя уровень? 17.
кроме дозволу. Ну, девятые нишки, понимаю. А уже десятый пошел. Иди сюда. Воркич, думаю, вечно меня душить будешь. А, у тебя серьезно нет ходит? Что-что? Не-не-не-не-не-не, я этот. Как его? Сопротивление магии. Я просто, ну, раскачался немного. И пожестче стал. А, дуэль в смысле была? Да-да, дуэль была. Какие манозатратные скиллы у меня. А, будешь пить? Не, ты. Я все, я танкую все, что пока. Все, что вижу, все танкую. Понял. Так, а мне, наверное, надо будет... Наверное, надо мана-реген себе апнуть немножечко. Я уже не пробиваю. Понял. Тихо, тихо, парни. Парни, не надо. Ой, это что за мобики такие? Я здесь кроме мишек и кротов никого не видел из мобов. Ну, вон там еще есть одни интересные. А? Мишки 17 уже. Так, пожалуй, Шиву возьму. Интересно, я смогу уже дракона? Там, пробить? Когда будет прям тяжело пробивать, скажешь, я приду помогу. Куда, на Мишу? Ну да. Я ты лучше сверху иди, Свен. Здесь мы уже там, нормально. Там улёвые мишки. Пока сверху пойди. Это куда? Вот где я сейчас. На дуэль. А, хотя, в принципе, они везде плюс-минус одинаковые. А там Шива, я обестанью бегу. Пока его не убивать, там брони много. Слушайте, а БКБ здесь надо покупать, да? Ну, было бы неплохо в перспективе иметь БКБ. Ох, как же мне надо ману всю зарегенить. Можно эту сводку смерти убрать, пожалуйста, накаляет немного? Кого убрать? Сводка смерти, блин. Не знаю. Я понял, что меня убили. Все, убедите меня, пожалуйста. Так, меня кинет, не меня. О, меня. А, подожди, всех кидает. Ого, я рассыпался. Том, биста, бьем биста, фастом. Без подсала. Долетался, а? Солиска, летон. Чё, салон не контрится, ребята, блин. Салон не контрится, блин. Вот это мы злые с тобой столько времени от дуэли получали люлей. Тут сразу, чё, не контрится, не работает, да? Проблема со в сале. Да, я думаю, я уже вылетел, не да? Проблема. Пока все вместе. Дофармился. А зачем тебе кайми было? Поднял. Слышно же меня, да? Да. Ну да. Блин, где мне столько манорегена взять? На самом деле она, по идее, полезна, но я... Не, в нее я хочу опираться.
25-й мишка, понимаю. Где 25-й мишки? У меня снизу. Седьмые пока. Уменьшение опыта, как они раз 40, блин, фигать себе. 19 уменьшение опыта. Ой, какие приятные предметы мне тут падают. Прям как будто бы для меня. Так, ну, пожалуй, это знак, что нужно апнуть октарин. Сливка только чаще, пожалуйста. Ну, кляп собирают, ребят. Ну, или я точно не буду. Я шиву собираю. Не спохнул, чтобы фармиться, но кляп с каждому собирать, что каждый фармится. Ну, тут 4 косаря осталось до максимальной бабочки. О! О, еще один поинт бустер. Реально прям предметы под меня падают. Да, так, макота. Если бы еще где-то тут можно было бы маны нормально так брать. Он у меня восстанавливаться не успевает. Минус медуза опять. Что с медузой? Что с тобой, медуза? Кончики нашел. Так, 6К. Сейчас меня, наверное, опять кинет. А нет. А, да. А, медуза кинула, блядь. Успели медуза. А, медуза... Подожди. Не, медуза переподключилась. Ну, в самом деле, нифига нет. По идее, кто моего ультимейт. Помог. Тупо хелп. Угу. Слушай, а небольшую шиву берешь? Блин, да что такое? А я вас не слышу. И они уже тебя плохо пробивают. А не, во, нор. Теперь слышу. Блин, 35-е мешки больно делают. 20-е, я тебя догоняю потихонечку. Ну-ка, что там за мобики там были? Чучело какие-то я видел. Пугало. Крашанчик, это их попомню. Псифон бы побыстрее кулдаунился, было бы вообще чётенько. Понимаю, 300 кастазу промню, ребят, проверяй. Ребят, проверяй. Неплохо ты устроился, слышишь? Идиот. О, кстати. Давай, привет. Я к тебе. Кому? Давай первый. Пошел его душить? Unbelievable! Да. А то взяли, забрали, понимаешь, мои... Убивали кучу раз. Месть, месть. Тупо пошел мстить. Тупо дуэль. Не, меня, конечно, убьют. Свен, ты их не убьешь. Но я получу кучу... вкусного. Блин, без таки дай сало, убиваем без... Давай. Паша не прощает. Так. Ну теперь у него хоть скорость передвижения нормальная будет. Да, в смысле? О, перестали, спасибо. Да, давай. Покатайся. Нам понятно было уже. Слушай, нормально вырываемся уже по фарму вперед. Так, четвертый был от Стоун. Вот это уже интересненько. Спасибо, Стоун. О, поставьте ворды, ворды поставьте мне, пожалуйста. Вовнутрь туда нельзя ставить.
Не, не к этим, блин, а другие компы, блин. Деформилый мишек и всех остальных. Ой, слушай, а Радик усиляется за счет интеллекта и прочей хрени? Да, вот должен. Надо мне, короче... За счет усиления способности он точно усиляется. Надо мне тогда, получается, собрать Радик какой-нибудь хотя бы. Ой, он тут еще и апается. Да-да, я за спектру нехило так Радиком. Всех он убивал. Сейчас попробуем еще Радик взять. А ну посмотрим, сколько там урона наносится. О, нормально, для кошек промлёв. 159, слушай, ну в принципе как-то душит потихонечку. Там криты вылетают от Радика. Тут же есть предмет на магические криты. Да, вот, а, ты её собрал уже. Пойти их подушить, что ли? Зачем? Мы их и так на дуэлях душим. За всю боль. Я злопамятная штучка. Слушай, я думал, что у меня не получится нормально через этот сварм фармить, но нет, работает. Да, у тебя сифоны больно делают. Да, и сифоны больно делают. У тебя балсон максимальный? Нет. Ну, флаг. Мне надо акторин, наверное, дособрать. А хотя нет, лучше бладстоун. Блин, что там? Монта готова максимально. Что это такое? Медуза, не понял. Так, сори, я мимо. Мимо проходил. Хотел поставить. Я помню, мимо проходил. О, через атаку просто пошел. А, я понял. Сижу, покупаю. Я до сих пор без аганима. Может, все-таки соберешься себе аганим? Он как бы тебе очень нужен. Да я знаю, его только начал. О, бей! Вот это геймплей, вообще максимальный экшен, завораживающий, мне нравится очень. Кто? Да выебался. Крипы. А, понял. А, касал свой, до свидания. Да, там 1000 где-то стоит байбек, и при этом за одного крипа ты 1000 получишь. Оформим 5 компов. Паша, у тебя какой уровень? Что? У Паши какой? Сколько денег это дадут? Да как купить? Не вывожу. В туалет хочешь, что ли, или что? Пока хватит. Хотелось бы. Пошел, я их не попрямлю. Ой, не на того кинул. А какой у тебя там уровень медведей? 50, по-моему, с копейками. Офигеть. Покажите, где грибы нормальные есть, а? Вот не Свенси игру бегает, пытается найти где. А симулятор поиска крипов просто. У них на пазе есть. Смотри, смотри, вот, сейчас покажу. На как оформлять? Да, вот там. Идеальная область поиска. Я устал в тоннель не сидеть. Я надеюсь, ты понимаешь, кого мы имеем в виду под крипами, да? Антимага вроде там нету, конечно, но все равно. Антимага нет, да. Мега крип. Да, да, да. Да какой там мега лесной обычный вот этот. Мелкий кемп. Так, снова. Я так и не успел купить. Все в меня дают. Да это шутка, где он? А ты кто? Это сейчас по треугольникам Рома. Летать будет, смотри, сейчас вот тут его ставлю. Один раз засорванный, я его убью после еще. И где он? А, вот ты где, малыш. Малыш, ты меня волнуешь. А че меня на босса тэпнуло? Тебя не тэпало на босса? Нет проблем.
Не от этого, меня больше судьбы, блин. Так, сэры. Блин, я, короче, сейчас только сифонами фармлю. Я пошел к ним фармить. О, БКБшка выпала за... Ой, критулечки какие офигенные. Я СФ посилю. Кстати, парни, боссы. Парни, должны удачи пропать будет, я убью СФ. Мне вот тоже интересно, босса. Потихоньку, помаленьку убиваем СФ. Сейчас, короче, когда критует... Блин, слушай, а на босса интересно, сифон будет работать? Ай. Беги, должен. Беги ко мне, Влад. Там просто в какой-то момент у меня вылетает крит на сифон, и это жесть становится. Там сразу крип шотается. Пока ко мне не беги. А чего у боссов падает? Или кто за бабки? Деньги за них дают просто. А, и все, я думал, какие-то редкие шмотки уникальные будут. Не-не-не-не. Так неинтересно. Так, прям... Помаленьку боссик подыхает. Слушай, хочешь, можешь попробовать их побить, в принципе? Я? Да нет, не, у меня медуза. Еще недостаточно урона. Я чисто на скорость сейчас собирался. Да медуза так медленно передвигается, что жесть. Так ботинок не собери. Ой, меня... Они меня пробивать начинают. Аркан рун где? А... Тут? Где? Вот. Пикни где-нибудь. Вон, пикаю. Я не вижу, где ты пикаешь. Вот тут? Да. Аганим рун. Не бей, пожалуйста, не надо. Да, они вообще мечек своих не формили. Сейчас им за подлянку сделаю, мечки насформлю и уйду. Я не понимаю, чем Салиска занимается. Он хотел что-то сделать с Пашей. Видимо, не очень получилось, да? Так, у меня еще крипчики тут чуть не убили. Они пытаются мне помешать, ребят. Плохо получается. Ой, все, расформился и модный стал, да? Да. Я этого и ждал. Сейчас начнется, не смогу нормально собирать. Ура. Большая проблема тут покупать вот эти вот предметы. Ладно, хватит. Во, все. Так, а теперь давай критулечки максимально. Так, говоришь, давай попробуем. Что, оставить тебя с этими грибами? Да, пожалуйста. Да не, почему? Тебе ж это проще будет. Слушайте, а Ю тут же тоже апается? Я их банально не вытащу, я не честно. Знаю. Да, Ю апается, и он дает скорость передвижения. 100 скорости передвижения. Ну, ладно. У меня урона дофига, а вот выживаемости мало. А толку нихуя. Ну почему? Издалека просто стою, настреливаю, без проблем. What the fuck ты сделал? У тебя же вон снизу куча мест, нет? Что-что? Где куча мест? Ты чё? Ой, сейчас я не понял прикола. Соло дуэль, кто пойдёт? Понял. Неплохо так. Я тут еще крафт собираю, окей, вы не будете? Оу, кстати. Ой, слушай, крипы вообще разваливаются, Майк, боссы точнее. Майк, это чересчур. Сильно. Ты видел, да, что сейчас с боссом произошло? С каким? С этим. Так, надо вот этого сразу словить.
А, не попал. Почти по таймингам. Так, где-то тут еще один босс должен быть. Пролагивает жесть просто. А, стоп, не тут босс. Подождите, где-то должен быть Трошан. Ну ладно, полетели вниз. Пацаны, сейчас будут бабки. За что? Шотпост. За босса. А, я на него хотел тоже пойти. Ты меня перебил. Он, да. Подожди, а вот тут снизу, ты вот в центре забирался? Они босса убили! Вот это кидалово получилось. Я думал, мы фармим. Не, ну тоже ладно, молодцы.